В Бийске стартовал граффити-фестиваль «Пионерфест». Всего в нем примут участие больше 20 художников из Бийска, Омска, Барнаула, Новосибирска. Главная задача – расписать более 500 квадратных метров стен нашего города. Сегодня начали с фасадной стены двухэтажного дома по улице Вагонная, 65. За дело отвечает выпускница худграфа Бийского педагогического университета Татьяна Захарова. Ей предстоит оформить 70 квадратных метров стены, на что уйдет больше 50 баллонов с краской. Художник предполагает выполнить работу за 3 дня. Уже проведена подготовка, стену очистили и покрыли грунтовкой. Скоро здесь появится необычное изображение. Все люди, да, кто едет на Алтай, они, ну, их путь проходит через город Бийск. Поэтому, собственно, через вокзал и через город Бийск здесь каждый проезжает. Идея в том, что изображена девушка-хранительница Алтая. У нее в руках народный инструмент тапшур. То есть здесь также алтайское жилище, алтайские травы, цветы, там горы, все, облака, которые выше гор, да. И, соответственно, вот на этом тапшуре находится путник, который совершил свое путешествие, да, на Алтай. Ну и при этом наша героиня, она как бы непростая такая девчонка, смотрит как бы с таким небольшим недоверием, потому что, как вы знаете, да, в этом году вообще очень много туристов на Алтай едет, но не все относятся с уважением. В рамках фестиваля будут оформлены несколько стен двухэтажных домов в районе вокзала и стены вдоль улицы Социалистической. Напомню, что проект проходит в Бийске во второй раз и собирает много талантливой молодежи. Завершится 22 августа мастер-классом для детей. Им предстоит создать граффити на стенах гаражного кооператива.